И сегодня я познакомлю вас с пятигорской группой Атрохора. Группа была создана в 2006 году, и изначально музыка представляла собой сырой black metal, но после смены состава постепенно склонилась к атмосферному dark death metal с использованием в музыке различных жанров. Группа воспринимается слушателями неоднозначно, а это верный показатель того, что она особенная. Я слышал такие мнения, что вначале сложно воспринимать их, но если уж вслушался и понял, то оторваться просто невозможно. Примечательно, что Атрохора сталкивается с серьезными трудностями в своем творческом пути. Ребята закаляются. Именно так и рождаются культовые команды. Сегодняшняя рецензия еще и анбоксинг. Вот такая посылка ко мне пришла из Пятигорска. Давайте же поскорее ее раскроем. Распотрошив упаковку, я нашел целых два диска. Рассмотрим же оформление. Начнем с альбома Векомбуста. Все сделано добротно, качественно. Особенно мне понравилась гравировка на задней стороне диска. Имеется довольно внушительный буклет с текстами песен, фотографиями участников и адресами коллектива. Буклет оформлен без излишеств и все довольно просто. Местами даже монотонно. Что лишний раз говорит о том, что основной уклон сделан на самой музыке. Альбом начинается с этнических барабанов. И вот тут я вспомнил еще об одной вещи. Помимо английского языка, Атрохора использует еще и греческий. А это реально интересно. Дальше мы погружаемся в замысловатый рисунок гитарных рифов и утробного пения. Каждая песня дополняет друг друга. Погружаешься в атмосферу древности и величия. Оторваться от прослушивания очень сложно. Давненько я не ощущал такого. Вставки же с языческими напевами, как мне показалось, просто уносят в космос. Серьезно, попробуйте послушать. Это нечто. Теперь переходим к свежей эпишке Метахом. Оформление просто отменное. Приятная картонная упаковка, которая раскрывается и дает доступ к кармашку с CD. Сделано все очень стильно. Придраться не к чему. Опять же упомяну гравировку на диске, весьма оригинально. Здесь музыка более тяжелая, как мне показалось, что не может не нравиться. Но вкрапление восточных мелодий, клавишных и резких переходов не дает заскучать. Имеются скоростные треки с сильнейшей энергетикой. Все здесь на месте, и атмосфера, и тяжесть, и мелодия. Первое, что приходит на ум из ассоциации, это Найл с их египетским этносом. Вот только музыка пятигорских металлистов побогаче будет. Атрохора для меня настоящее открытие. Как никогда советую ознакомиться с их творчеством. Ссылки на группу вы найдете в описании. Поддержите ребят! Вот эти ребята настоящие мастера своего дела. А хотите ли вы обзор на вашу команду или новый альбом? Тогда присылайте заявки на вот этот адрес. Эй, чуваки!